Виртуальная реальность сблизила людей и героев компьютерных игр. На технологической выставке в Токио посетители получили возможность прикоснуться к очаровательной девушке, которая живет по ту сторону экрана. На самом деле они трогали манекен с датчиками, но благодаря виртуальным очкам видели перед собой ожившую графику. Многим так понравилось, что они буквально не могли оторвать рук от компьютерных прелестей. У реальных женщин появилась настоящая конкурентка. Мне кажется, будто я увидел будущее. Теперь влюбиться в виртуальную девушку вполне возможно.